Здравствуйте. 18 февраля, 18 лунный день. Садя ангаракстхи, огня с элементом воды. День для отзывчивых храбрых людей, воинов. Благоприятен для заключения контрактов, установления определения нового руководителя, приобретения имущества, вложения, спонсорства, меценатства, духовно-просветительской деятельности, во всех развивающих делах. Ребенок, родившийся в этот день, будет творчески, духовно богатым, без стремления к наживе, способным ясно отражать все свои мысли, сострадательным, понимающим родных и близких. И выискан Цапчундуани, хорал Саганубан, за домашний скот и вообще животных в гармонии природы. Начало 10 утра. Будьте полезными.